но мы на уроках не присутствуем. Думаешь, да, так тоже можно было. Я вроде как хорошо учился в школе, но я на самом деле до конца не понимал, как вот устроен мир в целом. Я не с первого раза зарядку могу включить в телефон. Я изучаю науку и технологии, чтобы больше знать. Чтобы когда я вырос, я не был дурачком. Я все могу. И тут треба було думати, треба було давати волю своїй фантазії. Почав якийсь робити якийсь дім, а зробив цілий замок. А я тем временем будку построила его для собаки. Играешь, создавая, а не просто играешь. Они так и мир узнают, они разбирают, ломают, да, и понимают, как устроено. Я строю. Пчелку. Это еще развивает мозги. Да, я мама троих детей. Моя дочка отходила на курсы робототехника. Вы еще не видели, как у меня бум запустился на занятии. Я его запустила. Тук-тук. Он получил ответ на основной вопрос, зачем учиться. Например, когда я конструкции собираю, и у меня что-то не получается. Делаю ошибочки, потом я их исправляю. Да, зачем ты трансформируешь? Когда вся команда состоит из друзей. Команда? Это значит дружба. Они не пытаются из них сделать солдатиков. Туда не ходи, это не делай, тут не шуми. Наша вчителька, вона дуже добра, хороша та позитивна. Ходит счастливый, довольный, он там пирамидку сложил. Ребенок выходит и презентует то, что он собрал. Почему тебя привели сюда родители? Это не они меня привели, это я их сюда привела.